Пресс-служба акционерной компании «Алроса» сообщает о том, что компания расширит финансирование программ массового спорта. Произойдет это после ликвидации профессионального футбольного клуба «Алмаз Алроса». Более 100 миллионов рублей, которые ранее направлялись на финансирование команды из 13 игроков, будут направлены на развитие программ массового детского и взрослого спорта, что затронет тысячи жителей Алмазного края.